Вехи жизни и грани творческого поиска Эли Юрьева. В Государственном архиве современной истории республики состоялась презентация электронного фотоальбома, приуроченная к 85-летию со дня рождения известного геральдиста. Многие знают Эли Михайловича как автора герба и флага Чувашии и Чебоксар. Мастер создавал эскизы памятных монет, нагрудных знаков и юбилейных медалей. А еще он был художником, тонко чувствующим окружающий мир. Он оставил потомкам множество картин, иллюстраций и зарисовок. Что бы он ни делал, живопись ли, шрифт или графику, это все начинается с рисунка. Он не только это делал, у него очень много, он преподавал. Он очень хорошо знал и русский, и чувашский языки, и писал очень грамотно на обоих языках. И поэтому и рукописей, и мыслей, дневников очень много. В электронном фотоальбоме два раздела. В первом – фотографии, дневниковые записи и документы, рассказывающие о детстве и юности будущего народного художника. Эли Юрьев родился в селе Исаково Чувашской ССР в интеллигентной семье. Молодой мастер заинтересовался искусством, обучаясь в Тбилисской государственной академии художеств. Одновременно с учебой он участвовал в различных творческих конкурсах. Второй же раздел полностью посвящен его творчеству. 85-летие мастера отмечают повсеместно. В художественном музее к юбилейной дате открылась выставка его работ. Настолько он тонкий был колорист, композитор, и в его творениях прежде всего есть глубина, есть воздух, есть настроение. И самое важное, на мой взгляд, есть такое чувство, без пафоса скажу, патриотизма. Он так любил свою родную Чувашию, и вот когда он изображал родной край, ветлы, чувашские ветлы, зелень чувашская. Вот это удивительно, как это он сумел передавать в своих холстах, но это чувствуется. Близкий друг живописца, народный художник Чувашии Николай Карачарсков признался, что во многом учился у Эли Михайловича. Было уже почти 20 лет, как нет его. Можно было, это моя мечта, год Юрьева объявить. Можно было. И в этот год Юрьева сделать когда-то запланированную программу. Каждый месяц новую выставку Юрьева. Выставка живописи месяц, выставка графики книжный месяц, выставка станковой графики. Вот тогда бы, конечно, понятно, что такое Юрьев. Наследие, которое оставил Эли Юрьев, еще долго будет предметом повышенного интереса со стороны историков и искусствоведов, а многогранность его таланта удивлять поклонников. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Михаил Солин, Республика.